Безопасность граждан всегда находится на первом месте. Поэтому в очередной раз в администрации города Чебоксары прошло заседание в целях организации эффективной работы и оказания методической помощи руководителям и правообладателям торговых объектов и гостиниц. Участниками совещания стали сотрудники Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике, сотрудники прокуратуры Чувашской Республики и Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Чувашской Республике. Для обсуждения возникших вопросов были приглашены руководители объектов торговли, гостиниц и других предприятий потребительского рынка по городу Чебоксары, где есть замечания по антитеррористической защищенности. По объектам, которые обратились к нам для участия в обследовании их объектов в составах комиссии, то в настоящее время в адрес ФГКУ ВО ВНГ России по Чувашской Республике на данный момент поступило 118 обращений от представителей торговых объектов, расположенных в городе Чебоксары, о выделении сотрудников отдела для принятия участия в составах комиссии. На заседании были изложены основные моменты, касающиеся паспортизации и категорирования мест массового скопления людей, таких как отели, гостиницы и торговые центры. Также затронуты проблемы формулирования и заполнения паспорта объектов и вопросы, касающиеся пожарной безопасности. Ввиду отсутствия проектной документации, актов ввода в эксплуатацию, разрешений на ввод в эксплуатацию этих торговых объектов, далее отсутствовали организационно-распорядительные документы. В соответствии с этим руководителям и правообладателям необходимо завершить работы по категорированию и паспортизации торговых объектов и гостиниц в срок до 1 августа. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».